Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Seven Days to Die. Я на самом деле думал, что вернусь уже к вам к орде, но что-то я так подумал, что время-то еще много, только 7 часов, 8 часов, да, практически утра, и в принципе есть чем заняться на самом деле. В прошлый раз, как вы помните, мы с вами построили, вернее, скрафтили, да, генератор, провели некую сеть электроснабжения в нашем домике, освещение провели и поставили парочку прожекторов на крыше. Так вот, сегодня я хочу, в принципе, я думаю, что раз у нас есть время, да, то почему бы сразу прожектор по всему периметру не поставить? То есть, ну как по периметру? Я поставлю еще один вот где-то здесь, где колонна примерно, да, то есть сейчас у нас здесь получается идет впритык конус, да, как раз колонна получается вот здесь. Значит, тут нам надо с вами поставить еще один прожектор посередине, я как раз таки скрафтил блоки вот эти вот флагстоуны. Так, да, все верно, сюда. А, напротив, также мы поставим еще один блок вот сюда, который будет освещать, соответственно, эту территорию и с той стороны другую территорию. И здесь по краям я тоже, думаю, поставлю. То есть, ну, чтобы у нас было освещение прям по всему, можно сказать, периметру. То есть, там, если где-то и будет... Опа-на. Кто к нам идет? Кстати, у нас же есть винтовка. Ну-ка, быстренько, пока она там не спустилась. Давайте-ка, чтобы она к нам даже не дошла. Так, оружие, мне нужно оружие, винтовка, патроны. Ну-ка, сейчас ты, подруга, будешь нас отхватывать по полной программе. Ух ты, гадина какая, еще спешит так, прям смотрите на нее, а. Вы гляньте на нее, прям спешит. Ты не спеши особо сильно, сейчас мы тебя будем убивать. Сразу какая. Прилегла немножко. Все, готово. Готово. И даже не успела закричать. Отлично. Ладно, хрен с ней, пускай валяется. Хотя, с другой стороны, можно посмотреть, сбегать, что она там принесла. И не слала ли она там что-нибудь нам вообще, в принципе. Я что-то сомневаюсь, на самом деле. Ну вот, по этому поводу мы сейчас сегодня с вами все-таки, я думаю, еще пока займемся освещением. По периметру вывесим. Сейчас пойдем скрафтим. Я надеюсь, нам материалов хватит на прожектор. На 4 еще прожектора, да? С колонн тоже уберем с вами факелы и поставим лампочки обычные. Ну и посмотрим, что там по времени у нас будет оставаться. Ну да, смотрите-ка, еду и зерно принесла. Тут, в смысле, как ее называется, семечко, кофе, короче говоря. Вот, и посмотрим, что у нас там по времени с вами будет оставаться. Возможно, даже что-нибудь успеем полутать в городе, но это уже так, не точно. Поэтому давайте, на самом деле, знаете, как сейчас, так, на голову не напороться бы. Ладно, лучше изнутри это сделаем, хотя изнутри сейчас тоже не очень удобно, потому что там все, блин, в колючей проволоке. Ладно, разберемся как-нибудь. Вот, поэтому я думаю, что планы на сегодня у нас такие именно будут. Открывайте ворота, это я пришел, спасибо. Поэтому сейчас мы посмотрим, что у нас есть по ингредиентам, что у нас, собственно, есть. Нам нужно что вообще с вами? Нам нужно, кроме 4 прожекторов, да, еще получается релешки. То есть мы поставим... Хотя, с другой стороны, нахрена? Мы попробуем с вами... Протестим. Если сейчас подсоединиться от этого к этому, да, то реле, в принципе, там и не нужны будут. Просто провода протянем и все. Тогда сейчас сначала скрафтим прожектор и посмотрим. И, кстати говоря, по-моему, релешки у нас есть. Релешки, да, у нас две есть. А, ну это с таймером. Ну и обычные тоже две есть, в принципе, поэтому нормально. Окей, так. Насколько я помню, нам там надо с вами было нужно дактейпы, фары, вот эти все части, да, всевозможные. И металл, по-моему, если не ошибаюсь. Вот такой вот. Ну, кстати говоря, надо подкрафтить его, может быть. Да, у нас тут еще вон в печке дохрена его, поэтому давайте подожжем все это дело. Ой, стопэ. Нам нужно дерево. Тут еще, блин, металла куча на самом деле. Но это хорошо. Больше ингредиентов, оно лучше. Поэтому нормально. Так, сейчас я 1200, опять же, разделим пополам. Давайте вот так. И на 20 минуточек поставим, я думаю, как раз-таки, да? В принципе, и за это время успеем накрафтить чего-нибудь. И тут еще и останется. Давай. Зажигаем. И нам нужен металл. Ну, до хрена так не надо, конечно, сколько мы. Соточку, наверное, скрафтим с вами, да? Соточка в любом случае пригодится. Погнали, пускай крафтится потихоньку. И мы сейчас будем смотреть, что там нужно нам. О, фонари-то у нас уже готовы. Слушайте, это я, видимо, что-то не помню, когда их поставил. Ну, короче говоря, вот, на улице фонари у нас готовы уже. Это замечательно. Мы, наверное, с вами как тогда? Факелы снимем, поставим светильники чуть повыше, чем факел, наверное, на одну клеточку. И... Вот только проблема будет в том, как соединить. Потому что если мы будем с проводом оббегать весь дом, мне кажется, он отсоединится. Ну-ка, сейчас давайте протестим вообще, насколько он может растягиваться. Так, где там наши эти, господи, инструменты? Инструменты, вот, VR-Tool. Давайте посмотрим. Если, допустим, подсоединять вот от этого. Так, мы берем, подсоединяем, и нам надо же как-то на... А, слушайте, мы можем схитрить. Мы можем время на окно одно вытащить. Мы так, наверное, с вами и сделаем. Мы окно с вами вытащим, мы просто отсюда спустимся, да? Точно. Так и поступим. А, блин, там же колья.
А, ну и ладно, мы с вами фреймы поставим, и ничего, вообще нормально. Да, так и сделаем, поэтому я думаю... Так, а можно мне... Вот, да. Отсоединить, спасибо. Все, тогда так будет проще. Даже бегать не нужно. Вот как хорошо, что я здесь окна поставил, слушайте. Как знал, да? Где мы, получается, с вами разбиваем, наверное, вот это вот окно. Раз, раз, раз. Какое прочное окно, на самом деле. Раз, раз. Да, здесь выходим с вами, вот. И главное нам не это самое, не шпагатнуться на колях. Поэтому надо с этим делом аккуратнее быть. И где-то, да, наверное, на уровень выше, на один, мы поставим с вами светильнички как раз-таки эти, которые мы скрафтили для улицы. Замечательно. Так, пока вот так уберу. Хорошо, давайте пока скрафтим. Посмотрим, вернее, что там у нас нужно для... Да где, господи, опять не вижу. Нам нужно сейчас этот с вами. Вот, спотлайт. Фара есть, электрик есть, дактейп... А, просто не... В смысле, серьезно, я думал, тоже лез, ну ладно. Это такая, это у нас тоже добронавалом, поэтому ничего страшного. Так, давайте, сколько нам 4 штуки надо? Нам всего хватает, да? Да, хватает более чем даже, отлично. Все, крафт 4 штуки, пожалуйста, нам пока что. И мы с вами тогда давайте займемся. Ролешки пока крафтить не буду, мы, говорю, протестим сначала, как они там пойдут, не пойдут. И сейчас мы с вами... Так, а вот у меня, знаете, только в чем проблема? У меня фреймы железные вроде были. Да, отлично. Замечательно. Так, вот так сделаем тогда. Давайте. Аккуратненько, тихонечко. Тихонечко на носочек. А так, а мы можем сюда пройти? Не упасть. Да-да-да, отлично, супер. Прямо замечательно. Так, давайте-ка. Не дотягиваюсь, к сожалению. Да-да, туда. Можно, конечно, порискнуть. Нет. Воу-воу-воу, не туда, друг, не туда ты идешь. Подожди, надо... Надо вот так, я думаю, да, тихо. Вот сюда, да. Так, немножко, правда, не в ту сторону получается у нас. Ну ладно, я думаю, она выдержит. Да, должно выдержать. О, отлично. Прям лесенка получилась, хорошо. Так, теперь мы с вами как поступаем? Надо бы, знаете, как сделать? Надо бы. Так, чтобы не упасть, надо сейчас аккуратненько вот здесь сбоку присобачить еще один. Я надеюсь, что эта конструкция не рухнет. Да не должна рухнуть, вот все, отлично. И с этой стороны то же самое делаем. Давайте аккуратненько, тихонечко, вот. Ну давай, все, молодец. Так, теперь мы что с вами делаем? Мы берем, убираем вот эту хрень и ставим ее, я так полагаю, вот сюда, да, на одну выше. Мы собираемся как раз таки с вами ставить. Давайте сюда убираем, мы сюда ставим лампочку. Вот, огонь. Теперь что мы с вами делаем? Мы теперь, ну там мы уже с улицы подойдем. Здесь, кстати говоря, можно спрыгнуть, на самом деле даже ничего нам не станет от этого. А давайте сразу повесим тогда, чтобы потом не бегать лишний раз, да? Так, теперь главное проволоку не задеться. Так, хорошо, давай убираем и вот сюда ставим лампочку. И с той стороны то же самое сейчас проделываем с вами. Ай-яй-яй, задел все равно. Так, убираем, давай, убираем. И лампочку вот сюда, вот так вот как-то мы ставим, пока с вами расставим это дело. И сейчас будем тестировать. Мы сразу подключим провода и включим... генератор, соответственно, да, который нам будет все это дело освещать. Так, ну мы сразу подключим тоже, я думаю, отсюда. Или сделать, слушайте, может быть, дополнительный выключатель сделать для улицы. Где его тут поставить? Где-нибудь здесь, типа над окном. То есть от этой релешки уже пойти к выключателю, да, и от выключателя уже, собственно, везде, где нужно, провести. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Да, дополнительный выключатель, я думаю, он не помешает, в принципе. Так, нам нужен свитч, получается, да? Так, свитч. Где ты есть? Так, я что-то, подождите, опять не вижу ни хрена. Так, вот он. Свитч. Есть все, да, есть все. Крафти, пожалуйста, нам один выключатель. Мы сейчас его тогда вот сюда ставим. Окно потом, естественно, мы с вами заделываем. И таким образом через выключатель... Я, кстати говоря, вот еще не уверен, от выключателя можно много проводов втянуть? Я думаю, что можно, да, в принципе, ну-ка. Ну, вроде, наверное, можно. Я надеюсь. Надеюсь очень сильно на это. Так, давайте нам выключатель. Мы с вами его сразу ставим, куда нам нужно. Вот сюда, получается, да? Я думаю, да. Таким образом... Так, тихо, руками-то не маши особо сильно. Подключаем отсюда... К выключателю, да, слушайте, супер. Там какое-то ограничение, по-моему, по проводам есть, но я, честно говоря, не уверен, какое. Ну ладно, пока включается, значит включается, все хорошо. Так, и сейчас мы пробуем с вами тогда отсюда. Давай отсюда. Мы ведем это все дело вот сюда. Ну, конечно, это будет такое себе, как... некрасиво, да? Вообще некрасиво.
Тогда у меня есть идея. Я сейчас сюда свитч один поставлю. От свитча уже разведем. То есть пофиг, что здесь будет как бы провод. Но главное, чтобы вот этого не было. Давайте, да. Так, друг, извини, мы тебя отключим пока что. Сейчас у нас там свитчи как раз-таки были лишние, валялись дома. Но давайте мы возьмем их. Так, это без таймера, без таймера. То, что нам надо. Мы как раз-таки от выключателя тогда проведем, я думаю, к свитчу. Вот к одному. Он, конечно, тоже сколько там, по-моему, 1 ватт съедает, да, свитч-то этот. Как вот так? Давайте вот так, наверное, к крыше прилепим, да, его. Или сюда. Давайте крыши тоже. Так. Воу-воу-воу, спокойно. Вот, все, теперь мы от выключателя ведем к свитчу, соответственно. Давайте раз. Подключили. Бежим сюда теперь. Вот сюда, будьте любезны. Да, так гораздо лучше. Так гораздо лучше смотрится, чем просто висящие провода. Ну, здесь они, конечно, будут висеть все равно. Но ничего страшного. Так, сюда давай раз. Вот, так гораздо лучше, да. Так, еще один, пожалуйста. Вот сюда. Спасибо. По 5 ватт, да, они едят. Ну, неплохо. Так, и свитч еще 1 ватт. Это плюс сразу получается у нас... Здесь 20, 21. И выключатель есть сколько-то или нет? Я вот не помню. Нет, выключатель не ест. Ну, короче говоря, плюс 21 сразу получается еще, а генератор у нас пока вырабатывает 67. Ну, если что, мы мотор-то можем ставить еще, поэтому, в принципе, я остальные лишние выложил. Либо мы можем просто получше мотор туда вставить, допустим, вот этот вот, да? Так, ну-ка подожди. Ну-ка подожди-ка. Так, 156. 89. Ну, вот посмотрим, может 89 хватит, нам не хватит. Затестируем, затестируем, прикинем. И потом еще поставим тоже еще. Так, хорошо, нам там осталось подключить буквально две лампочки с вами, да, от этого уже. Так, ну тут придется, конечно, все время прыгать. Давайте, эть. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй. Колючая проволока, так, сюда давай. Че? А, блин, вот видите, в чем проблема, да? Сейчас, подождите, а почему? Вот так. Опа-на. Есть, схитрили немножко, да, с вами. Подключилось все-таки, замечательно. Так, чтобы домой... Да хватит меня, блин, проволока, это же я тебя оставил. Не смей меня это дамажить. Так, сейчас вот так сделаю. Я надеюсь, это не дропнется, ничего мне на голову. Ай-яй-яй, вот это я о чем я и говорил. Видите, ну хорошо, что мы там сверху с вами не стояли хотя бы. Ладно, сейчас ничем это приберем. Здесь, в принципе. И сделаем по новой. Раз уж на то пошло. Сам виноват, конечно, нужно было так нагромождать. Но, естественно, под собственным весом оно рухнуло. Но можно подключить, конечно, здесь тоже будет как-то схитрить немножко нам с вами, да? Я надеюсь, получится, в принципе, мы так подойдем. И вот так вот. Вот так вот. Вот он, в принципе, да, достает, отлично. Можно будет так же сделать, хорошо. Так, ну что, возвращаемся тогда домой. Сейчас обратно блоки ставим эти. Блин, да, конечно, колючая проволока, мне кажется, больше мне бед доставляет, чем на самом деле. Зря я налепил на столбы, наверное. Ну ладно, мы там, в принципе, не так особо часто бегаем. Поэтому потерпим пока что. Такс, давайте, нам остается всего лишь подключить. Нам остается, на самом деле, всего лишь сделать опять такую же штуку. А, ну стойте, подождите-ка, дотянемся. Сейчас главное не дропнуться на Коле, так все будет хорошо, давай. Оп, сейчас. Ах ты, черт, все равно задел немножко, да? Или нет? Ну, чутка задел, ладно. Ой, да ладно, ногу сломал, ёпарасоте. Ну, скорее всего, не сломал, растянул, но ничего. Так, дотягивается, дотягивается. Чпоньк. Все, огонь. Готова система, и нам самое время теперь протестировать ее. Только, блин, зараза, бедная моя нога. Так, нога у меня что там, 39 минут? Ну, подвернул, короче говоря. Не кисло так подвернул ногу. Сейчас мы это с вами, сплинт, по-моему, дома есть. Кстати, надо будет проверить вообще, сплинты-то нужны. Вот на такие вот всякие разные ситуации. Ну ладно, у нас как бы были монтажные работы, поэтому, знаете. Поэтому всякое бывает случается. Электромонтажный, да? Так, где у нас тут? Вот, да, даже есть еще один, хорошо. Давай сразу заюзаем тогда его. Так, сколько у нас там ножка будет вылечить? Ну, да, 20 минут, короче говоря, 96. Вывих, сильный вывих. Ну что, запускаем тогда? Запускаем генератор. Так, тут у нас свет есть, тут у нас пока выключено. Давайте сразу. Сколько у нас там жрется, получается, сейчас 16 плюс 21, это будет... Сколько? 37, да, получается? 37, 89 минус 37, это 52, да, у нас остается ватта на прожекторы. Может, хватит. 52 ватта, подождите, 52 ватта, один у нас сколько жрет? 5, а, по 5 ватт, да, фью, ерунда какая, я думал, они гораздо больше жрут, ну, мне кажется, логично было бы, ну, ладно. Так, ну что, включаем, смотрим. Хряпс. Ну, они типа светят, да, видно, но... Я не очень понимаю, насколько это ярко.
Как бы они, да, они светят тут по блоку, мы видим. Ну, надо будет смотреть, когда темно будет, короче говоря. Но по факту, я так полагаю, что они светят чисто вниз. То есть здесь будет один хрен темно у нас как-то, да? Ну ладно, мы пока сейчас это дело выключим все. Нам этого сейчас делать все равно не нужно. Все, выключаем. И тогда сейчас у нас как раз-таки, я думаю, скрафтились уже прожекторы. Да, прожекторы скрафтились. И почему-то такое подозрение, что свечи нам тоже понадобятся. Ну ладно, сейчас мы поставим с вами, не будем спешить. И, в принципе, сразу все тогда и увидим. Надо, не надо, там будет что-то нам делать, да? Так, прожекторы, пожалуйста, сюда мне. Хотя можно даже вот так сделать. Так, этот мы ставим вот в эту сторону, вот так вот. Раз. Так, дальше мы сюда ставим. Ну ничего, если что, мы свечи просто тут поставим где-нибудь тоже, да и все, и соединим так. Так, этот мы ставим, получается, вот в эту сторону, да? Вот таким вот образом. Раз. Мы ставим еще сюда один. Так. Также ставим его и ставим сюда еще один, чтобы тоже по периметру все у нас было подсвечено. Вот так вот. Ну и пробуем теперь соединить. Конечно, не факт, что получится. Так, давайте, оп. Раз, понесли. Не соединяет, слушайте. А, красный провод, я понял, так, а если так? А, нет, все, видите, отлично. Просто, опять же, это надо следить за тем, хватает ли нам длины провода, либо нет, да? Так, ну давай, друг, сейчас мы тебя протянем, посмотрим, насколько тебя хватит. Так, все, вот, раз. Ну, дотянись, пожалуйста. Зараза какая. Не хочет, да, немножко дотягиваться. Вот стерва. Так, тут уже красный он, да? Блин, как можно исхитриться, подождите. Надо как-то исхитриться. Надо аккуратненько сейчас подключим. Подожди-ка. А может просто подальше подойти? Подожди, стой, к тебе вот так вот сейчас. Только когда появится возможность, мы сразу подключаем. Ну, давай, так, раз. Может, ты как-то будешь побольше тянуться тогда. Посмотрим, раз, раз. Так, все, здесь красный уже, давай. Ну чё? Зараза, не дотягивается. Вот буквально каких-то буквально какой-то шаг не дать. Есть! Ура! Подключилось. Слушайте, ну, конечно, натянутый провод получится, прям весьма натянутый, да? Но так или иначе, он зато подключился. Я надеюсь, что это будет работать как нужно. Хорошо. Здесь давайте тоже те же самые манипуляции с вами проделаем. Так, будьте любезны, пожалуйста, сейчас. Оп. Так, ведем. Все, подключился. Даже, да, можно даже немножко раньше, чем появляется возможность, как бы. Подключить, ну вернее, чем даже раньше, чем появляется вот этот значок. Поэтому отлично. Так, давай мы здесь то же самое сейчас сделаем и включим, потестим. Ну, естественно, нужно будет сразу настроить их, чтобы они светили сюда, не туда, недалеко, а вот под вниз, короче говоря. Так, давай-ка, сейчас, друг, мы тебя. Так, ну понятное дело, что я слишком разогнался уже. Есть. О-о-о, не-не-не, все-все-все, спасибо. Этого достаточно. Этого, в принципе, достаточно. Так, ну мы соединили, по крайней мере, это дело все. Давайте теперь затестим, конечно же, сразу. Так, поехали. Включаем. Тут свет зажегся, на улице света сейчас не должно быть. И... О-о-о, чуть не упал на свою больную ножку. Так, и включаем здесь. Поехали. Да, слушайте, отлично, они все работают. Охрененно, все работают, супер. Так, мы теперь смотрим, сколько у нас там по электричеству, это что получается. 48, ну да, даже если мы включаем здесь. Да, мне кажется, блин, надо либо лампочки будет поменять на другие все-таки, может, лучше такие даже, как у нас дома стоят, поставить, да? То есть они как бы хотя бы будут свет вокруг себя давать, а не только вот так вот конкретно вниз. Но это как, знаете, вот, бывает, подбегали к домам и видели, в принципе, такие же лампочки, они как бы не очень светили. Ну, посмотрим, посмотрим, опять же, как это будет ночью все смотреться. Но главное, что мы с вами переходим на электричество вообще целиком и полностью. Так, хорошо, здесь все работает, это мы... Так, смотрим, 69 ватт у нас потребляет. Да, у нас как раз бытового мотора не хватило, он, по-моему, 67 уже, да, выделял. Ну, короче говоря, вот на это все, в принципе, отлично как раз-таки хватает. Выключаем здесь пока не нужно. Так, стекло потом мы с вами заделаем, конечно же. И сейчас мы с вами смотрим. Давайте сейчас настроим все это дело тоже. Так, мне нужно настроить. Настроить, пожалуйста. Так, ты должен светить вот сюда. Будь любезен. Так, будь любезен. Ну-ка. Ну, вроде бы... Да, слушайте, вроде должно быть вообще светло и светло. Отлично, прям. Прям замечательно. Так, настраиваем следующий. Давай, друг, ты должен у нас... Ты должен у нас светить будешь. Так, куда ты у нас должен будешь? Ну, сюда куда ты должен светить, да? Я так полагаю. Примерно. В принципе, как и там. Блин, да, конечно, много сюда попадает свет. Но здесь, в принципе, тоже все подсвечено и все хорошо видно будет ночью.
Замечательно. Так, и оставшиеся два сейчас сделаем с вами тоже. Настроим сразу. Так, раз. Давай. Так, друг, ты у нас светишь вот сюда, я думаю, как-то так, да? Давай посмотрим. Ну, вроде бы, да. Блин, конечно же, непонятно, светло сейчас. И толком непонятно. Ну, вроде бы подсвечено. Вроде бы нормально все подсвечено. Хорошо. И последний. Настраиваем прожектор с вами. Так, давайте. Вот, да, к сожалению, жалко, что куб действует только вот на эти 4. До того уже не дотягивается, естественно, до тех двух. Ну, ладно, это небольшая беда, в принципе. Их можно всегда скрафтить. Не проблема. Так, и ты у нас светишь тоже вот таким... О, блин, жарко на улице. Вот таким образом примерно. Давай-ка, друг, мы смотрим. Да, как раз-таки попадаешь сюда, мне кажется, и там еще тоже подсвечиваешь. Ну, опять же, когда будет ночь, ну, в кровавую ночь у нас вряд ли будет время настраивать прожекторы особо сильно. Вот, но в любую другую ночь мы уже тогда подкорректируем с вами, а пока что вроде бы все как нужно. Вроде все как надо, все везде подсвечивается наша территория. Блин, очень охота посмотреть, когда будет, конечно, ночью выглядеть, но вот уже убедимся в этом только, что называется, непосредственно, когда будет много-много крови. Так, и на самом деле, может быть, еще стоит добавить сюда куда-нибудь один прожектор, чтобы тоже просвечивалось. Но пока так сделаем, я вообще сначала не хотел делать, потом подумал, почему бы и нет, да, если есть такая возможность, в принципе, ничего сложного в этом нету, сделать освещение по периметру вот так вот, и чтобы бегать не только с фонариком, да, со своим на лбу, который, но еще и вот так вот, чтобы все было освещено. Отлично, можем, в принципе, выключать пока это дело все. Давайте, оп, все, отключили, супер. Хорошо, и генератор тоже пока вырубаем с вами. Так, нам нужно здесь вернуть теперь окна. Ох, окна. Так, упс, Windows, нам нужен Windows. Так, две штуки надо сделать, да, сразу, давайте. Раз, два, готово. В принципе, раз и два. Посмотрим тоже, как будут светить те фонари, которые у нас на улице расположились. Ну и в принципе, у нас к ночи все готово. Все, что я планировал на эту ночь именно поставить, да? Дальше, конечно, там будем уже изучать всякие электрические ловушки и прочие хреновины. Ну и, конечно же, нужно делать много бетона, искать место, на самом деле, колесить округу еще. Нужно кататься. Искать ровные площадки все-таки. Все-таки нужно искать ровные площадки, желательно в таком биоме, в моем любимом, потому что, ну, остальное, ну, вот такое тоже ничего, вот такой нормальный. Ну, потому что пустыни, даже вот где мы сейчас, не очень, на самом деле. Ну, особенно не очень, где сожженный биом этот дурацкий. Поэтому нам нужно с вами будет колесить и еще раз колесить. Ну, и на самом деле, мы еще даже этот город с вами не до конца залутали, поэтому надо лутать. Ну и при этом, на самом деле, мы можем как-то будем просто сесть с вами, проехаться, да, в какой-нибудь серии, допустим, просто куда-нибудь далеко-далеко, вот сюда мы с вами не ездили в итоге. То есть туда тоже дорога куда-то ведь ведет, значит, куда-то она по-любому приведет нас. Надо будет заправиться только хорошенько, бензинчика с собой взять, да, подготовиться и поехать, в принципе. Так, хорошо, освещение мы, в принципе, с вами сделали и настроили его, как оно нам нужно, да. Ну, кстати говоря, небольшой такой то ли глюк, то ли не знаю что. Я сегодня когда зашел, у меня один прожектор был не настроен. Я только как бы зашел в него, чтобы настроить, но он сам сразу настроился. Ну, видимо, лаганул немножечко. Так, короче, давайте сейчас мы с вами разберемся быстренько с инвентарем. Что у нас там лишнее, что у нас там не лишнее. У нас, в принципе, 12 часов, есть время, чтобы полутать некоторые здания. Сейчас мы, наверное, тогда с вами этим займемся. Кстати, я затестил тут рагу еще. Съел рагу, и оно прямо восстанавливает, капец, по-моему, чуть ли не 90%. Голода, поэтому вообще его нужно есть только прям когда совсем-совсем голодный. Ну, иначе просто впустую будет пропадать. И, естественно, тоже оно поднимает максимум здоровья, не кисло. Кстати, по этому поводу, но я хотел еще кое-что уточнить. Так, health nut, вот. А, ну понятно, ну короче, надо будет тоже изучать это дело. Ой, у нас же очки еще есть свободные, слушайте. Мы там с вами чего-то изучали. Вот, нам не хватало на switch and triggers, да? Switch and triggers нам не хватало, чтобы монитор вот эти, motion sensor, вернее, не монитор, а сенсоры поставить. Так, battery bank, кстати говоря, тоже можно ставить, это из аккумуляторов, генератор из аккумуляторов, так скажем. Солнечные панели, короче говоря, можно будет, но солнечные панели, по-моему, не крафтятся, они только именно либо находятся, либо будут торгаши покупаются. Так, range traps, кстати говоря, вот ловушки, да, вот эти вот, которые тоже нужно все это дело изучать. Так, а здесь у нас что? Motion sensor. Так, нам наука нужна 6. Наука 6, а у нас сколько есть? У нас наука 4. Чтобы наука стала 6, нам нужно нехило будет так потратиться. Я так подозреваю, что нам даже не хватит. Ладно, пока оставим это дело, пока обойдемся без этого всего. Пока и так, в принципе, мы с вами неплохо тут тогда развесили проводов. Хорошо. Так, что у нас тут переплавили? Соточка есть. Пока включать, наверное, печку не буду. Давайте, знаете, как еще сделаю? Вот так вот. Раз, раз, все, до конца все переплавлю, чтобы тогда уж было, да?
Хотя, с другой стороны, раз мы с вами отсюда уйдем, давайте еще на 20 минут включим. Пускай она плавится потихонечку. Думаю, ничего страшного не будет. Там, если кто и придет, то они, в принципе, на ловушках поломаются. Пускай пока переплавится. Включаем. Все, сейчас раскладываем быстренько. Так, раскладываем, раскладываем. Нет, стоп, я знаете, что сделал? Я сделал несколько фреймов себе. Себе фрейм, фудфрейм. Полтинчик сделаю, пускай они у нас в кармашке лежат всегда. Так, это убираем. Ружье пока тоже. Снайперку, вернее, убираем. Но я думаю, мы как раз-таки будем ей пользоваться вот в ночь. Сегодняшнюю уже игровую, когда она у нас будет, естественно. Так, это сюда, это пока нам тоже не надо. Лук берем. Так, факел нам не нужен, в принципе, вообще, да. Так, это все убираем. Давайте разложим быстренько. Так, сюда, 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 сюда. Так, это у нас идет вот сюда. Так, сюда. Ножка там заживет тоже, по идее, скоро у нас уже. Так, давайте вот так. Это нам пока тоже не надо. Сейчас излишки тоже всего этого уберем, чтобы с собой не таскать просто. Так, подождите, факел сюда. Так, ну все, вроде мы с вами готовы. Все я выложил. Давайте посмотрим, что у нас там по голоду, по холоду. Можно что-нибудь небольшое спороть. И попить воды, допустим, да? Так, что съесть? Ну, у нас тут, блин, мицтьё она дохрена восстанавливает. Так, фу, у нас вот давайте пирог съедим. Черничный. Ом-ном-ном-ном-ном. Чего? А, ну да, он там мало устанавливает реально. Слушайте, 79%. Давайте еще съедим тогда. 79 получается и 93. Ну так, относительно, конечно. Ладно, 93 хватит, я думаю. Сейчас водички с вами попьем. Жарковато нам, да, еще? Так, давайте охладимся тогда. Охладимся при помощи чая. Во, все. И где-то наше пончо было. Надо его надеть, я думаю. Пончо, вот оно. Так, давайте надеваем. Все, будем охлаждаться потихонечку. Там еще помёрзнем, то снимем, в принципе, его. Окей, ну что, погнали смотреть тогда город. Что там еще у нас есть? Парочку зданий, я думаю, мы с вами сейчас залутаем. В принципе, на эту серию успеем. А, нахера здесь вышло? Надо было через мопед идти. Ну ладно. Давай сейчас мопед, естественно, возьмем и на мопеде поедем. Пешком ходить, что-то как-то уже знаете, когда есть мопед, то, в принципе, нахера ходить пешком, правильно? Совсем обленился, ой, не говорите. А, кстати говоря, сегодня была еще интересная вещь. Я пока еще не включил запись. Я такой, значит, спускаюсь, что-то прыгаю здесь. Да серьезно. Господи, нога, спокойно. Спокойно, главное, не сломалась, хорошо. Тут, короче, зомбятина стояла. Я такой, типа, чего? Ну, взял тут фреймов, расставил, надеюсь, это повлияет как-нибудь. Возможно, типа, знаете, а-ля присутствие наше здесь. Вот, ну ладно. Главное, чтобы они здесь ночью особо не бегали. Ну, в принципе, они сюда не поднимутся, один фиг, но все равно не очень приятно. Так, у нас что там есть? У нас с собой есть топливо, все есть, погнали. Трин-дин-дин-дин-дин. Так, спокойно выезжаем, выезжаем, аккуратненько, тихо. Опа, на пол какой-то разломан у нас здесь, да? Ну ладно, ничего, так аккуратненько. Блин, конечно, лучше было бы в три блока делать, но слишком широко тогда она будет и не очень удобно. Ладно, погнали. Нормально, носом вперся. Погнали, короче говоря, в город тогда с вами. Я думаю, да? Сейчас мы же какие-то здания тут с вами лутали. Вот эти, по-моему, лутали ближние, да? Ближайшие. Так. Мы, по-моему, здесь все с вами облутали, слушайте, или нет. И вот это здание, я не помню, мы лутали или нет. Сейчас быстренько давайте посмотрим. Мопед, стой здесь. Нет, слушайте, походу не лутали, судя по машине. Ну, правда, ни хера нету. Так. Тихонько. Вот деревья, конечно, текстурки капец, они прорисовываются. Только когда мы к ним подходим, надо будет это поменять немножко прорисовку. Все-таки дальность чуть-чуть побольше поставить. Я думаю, что совсем лагать не будет. Так, здесь мы были, потому что дверь... Да, мы здесь не были, потому что здесь вот как бы вот... Все заделано. Ну окей, погнали тогда с этого здания и начнем, в принципе. Раз, раз, раз. Потом, я чувствую, нам надо будет крутить все фонари, все, короче говоря, эти... Господи, боже мой. Какого черта, стерва? Какого черта ты делаешь? Нахера ты меня так пугаешь, что, боже мой. Вот опять я аж мышку выронил из рук. Мразотина такая-то, а. Фу, так, главное, такая тихая вообще, не шелестинки, что называется, не шелестит. Тихо-тихо идет, как ниндзя какая-то. Фу ты, ее парасоте. Так, а мы с вами еще и бинтов не взяли, да? Фу, я же захрипел. Так, ладно. Ну, там дядька сидит, я его вижу. Так, кто-то где-то очухался еще. Надеюсь, что нет. Ну, господи, это было жестоко, нельзя, так можно инфаркт схватить. О, корзина еще, спасибо. Вот говорю, когда корзины уже, в принципе, не особо нужны, да, их до хрена везде просто валяется. Так, сдох, голубчик, молодец. Ну ладно, они все пригодятся, потому что мало ли опять кто-нибудь угонит его, он решит исчезнуть. Ой, кстати, неплохая она получилась. А, нет, 148, я думал, 400 какая-то. Так, ладненько, давайте-ка мы здесь с вами быстренько все это дело денежки заберем. Тут что у нас там? Ну, самое главное, конечно, это сейф.
Кто там опять где-то ползает в комнатке, что ли, в этой? Ну да, ну пускай ломает, пока мы как раз-таки здесь возьмем пивка или водичку, что там есть еще, да? Так, банки и вода, окей. Так, дружище, хватит орать, как будто ты где-то за спиной, на самом деле, ты далеко-далеко от меня. Давай мы тебе поможем. Давай мы тебе еще поможем. Ой, как дверь быстро сломалась, что-то я не ожидал. Ну иди сюда, друг, у меня есть для тебя чудесная кувалда. Зараза, какая, по башке не попал. Ну ладно, сейчас все, сдохнешь. И две чудесных косточки из него нам выпад... Опа, здрасте. Тут один проснулся, один нет, да, видимо? Ну ладно. Все, получил по башке. Надеюсь, больше никого здесь нету. Гаврики, ну, значит, никого. Так, я вот не зря фрейм это делал. Вот для таких вот ситуаций, чтобы там со спины к нам никто невзначай не зашел тихонечко, так же, как та ниндзя, да, которая была на входе. Ладно, ломаем давайте сейчас сейф и смотрим, что там есть. Как говорится, и победитель. Так, что у нас тут? Ага, дробовик целиком, да, укороченный, обрез, короче говоря, потрошки и часть всякие разные. Неплохо, в принципе, неплохо. Могло быть и хуже. Так, кувалдочка, давай. Никого типа нет, да? Не верю. Не верю. Так, разломаем лестницу сразу нахрен отсюда. Давайте сначала внизу пройдемся здесь. Так, вон там. Вот. Закрываем нахрен. Чтобы опять же сзади к нам там никто... Это не храпят так или что? Она аж подскочила, но, к сожалению, было поздно. Так, друг, давай мы тебя сейчас тоже зарядим чутка. Да ёпарсоте, на мышка, ну давай, это нормально. Ну, понятное дело, конечно. Давай. Все, скопытился, молодец. Блин, мышка, ты можешь как-то поплавнее это все делать? Ты дергаешься, капец. Так, очки. Ни хрена. Ну, какой рецепт здесь есть? Никакого, понятно. Ну, в принципе, я не знаю даже. На самом деле, мы уже, мне кажется, самые важные рецепты мы с вами нашли. Ну, разве что там какие-то, может быть, мелочи, на которые пока не обращали внимания. Угу, понятно, спасибо. Я так и думал, в общем-то, что ничего интересного здесь не будет. Так. What the fuck? Вот как это? Как это? Это нечестно. Я же только выпрыгнул, а ты меня уже ломать сразу стал. Вот гад какой. Так, 97... Ты что, потерялся? 97 хп, надо за хп следить. Так, получи по башке и получи еще раз. Молодец. Ну вот, милитари фибер, неплохо. Или файбер. Так, что у нас в сундучке? Еда какая-то. Так, здесь у нас что? Ничего. Так, вот, кстати говоря, да. Гнездышки полезная штука. Опять же, повторюсь, как я уже говорил, жалко сейчас, знаете, нельзя разводить всяких там курятников там и так далее. Я бы очень хотел, чтобы это добавили. То есть, ну реально, взял бы там около дома какой-нибудь курятничек себе поставил, там и перья, знаете, и яйца сразу. И прикольно же было бы, да? То есть, ну... Здрасте, друг дорогой, ты откуда здесь появился? Не было ж тебя. То есть, в принципе, да, по природе же мы видим, курицы бегают, да? Почему, то есть, нельзя бы, допустим, было бы их разводить? О, да ладно, ачивку получил, нихера себе. Прикольно. Так, окей. Домик залутали, ничего толкового здесь, конечно, мы в нем не нашли. Ну, в принципе, и ладно, погнали дальше. Погнали дальше, я думаю, что... Так, вот в те дома мы, по-моему, только мельком забегали, да, или что-то такое. Я помню, что мы там просто что-то делали с вами. Мы, по-моему, искали там то ли корзину, то ли еще что-то. Так, алоэ вера, до свидания. Камушек, это хрень, до свидания. Камушек один, тоже до свидания. Так, это скрапнем. Давайте сразу в багажник что-нибудь уберем. Например, запчасти, патроны. Вот эту хрень уберем. Так, ну остальное... А, ну вот эту... Да... Скотина какая. Что ж ты делаешь? Так, вот это уберем. Вот это. Ну и денежки. Патроны. Все вроде бы, да? Ну да, погнали. Погнали дальше тогда. Стоп. Какие-то тормоза хреновые. Слушай, тормозишь еле-еле. Я хотел попробовать ковырнуть шину. О, повезло. Ну, правда, такое себе, конечно, качество. Ну, ладно. Тем не менее, так или иначе, все равно нормально. Так, все. Перетаскиваем это сейчас опять бы. Нажал бы, он бы переставил себе эти дурацкие шины. О, здрасте, товарищи. Здрасте. Так. Да, тут везде все сломано, но, по-моему, мы здесь не лутались. Слушайте, я, честно говоря, что-то не помню уже. Но сейчас посмотрим, быстренько забежим. Если что, то у нас там еще часть города целая большая необлутанная. И все-таки трейлерный парк. Я хочу туда тоже забегать. Так, друг. А, нет, все-таки да. Видимо, здесь не лутались. Окей, посмотрим. Посмотрим, что здесь есть, что нас ждет. Кто нас здесь не ждет. Да, мы здесь забегали чисто посмотреть. Ой-ой-ой, теть. Лежи, не вставай. Ты чего? Тебе отдыхать надо, тебе доктор прописал. Так, ни хрена нету, понятно. Тут сейфы по-любому есть всякие разные. Поэтому, я думаю, будет весьма неплохо прочекать это дело. О,
Рецепт Калашникова, да? АК-47. Неплохо. Вот это я удачно, как говорится, зашел, да? Так, давайте-ка разломаем эту хрень. Ну. Так, тут у нас тоже что-нибудь может быть, таблеточки. Так, все, здесь вроде бы все. Так, и кассу, конечно же, ограбим. О, бабочки. Бабочки. Бабулечки, спасибо. Бабосики. Так. Эй, пс, чувак, я здесь. Я гаденыш, я здесь, говорю. Иди сюда. Тресь, получи. Тресь, давай. Оп. Хорошо. Неплохо так уже стрелы тоже залетают. Ну, в принципе, 350 качество даже для лука. Не так уж плохо. Так. Так, так, так. Да, здесь вроде бы все. Не, разбирать тебя, товарищ, я больше не буду. Я уже один раз, помните, напоролся, да, что меня током шарахнуло. Теперь, как говорится, опытом горьким научен. Че, нет ничего, серьезно? Так, видимо, в той комнате кто-то есть, да? Давай. Так, топорик потихоньку начинает изнашиваться. А, ё-моё, это были железные, что ли, серьезно? Так, тут пока никого нет, но у меня такое ощущение, что я сейчас как-то это повернусь, и позади меня кто-то будет стоять обязательно. Это такое вот часто здесь бывает в этой игре, случается у меня. И это очень стрёмно на самом деле. Так, ну давайте, друзья. Так, я понял. Не тем... Да ептеть, возьми ты в руки. Во. Теперь давай. Серьезно, да? Давай. Во. Так, здрасте. Кто здесь? Никого. Понято. Так, давайте разломаем сразу эту хрень. Угу. О, сейф нашли. Сейчас посмотрим, что там в сейфе хранится. Как говорится, храните ваши деньги в сберегательных кассах, да? Ну вот, теперь я мерзнуть стал, прелестно. Так, ты нам больше не нужно. А вот сейф нам очень даже нужен. Давайте-ка мы это дело взломаем быстренько, как мы это с вами умеем делать. И поглядим, что там такое для нас приготовлено интересное. Ну, может быть, конечно, не очень интересное. Хрен его знает. Чпоньк. Так, понятно. Ради этого стоило ломать, да? Ради... Так, друзья мои, давайте-ка я выпрыгиваю резко такой, типа, ого, да, и вот ты тут стоишь, пыжишься, уперся. Нате по башке. Нате, гад. Нет, кувалда, конечно, хорошая вещь, на самом деле, но потом хочу все-таки еще мачете сделать, посмотреть, как будет мачете себя показывать. Так, какая-то хрень, вся хрень. Так, что-то в корзиночке есть. Понятно. Вроде все, да? Вроде бы да. Так, а здесь мы с вами были, ну, мы тут побыстрее спустимся просто, оп, и побежали. Так, вот тут лампочки тоже везде есть всякие разные. Ну, понятно, короче говоря. Ладно, домик залутали, давайте пробежимся дальше. Пробежимся. Так, вот тут мы тоже были, по-моему, мы там как раз-таки на мину наткнулись, да, которую мы потом обезвредили с вами. Так, это мы сразу разбираем, это мы разбираем. Давайте что-нибудь сложим. Что-нибудь переложим, например, вот эти вот шмотки. Переложим с вами все очки тоже. На самом деле уже вот и забит. Вот и забит уже весь инвентарь практически у нашего мопеда, да? Но все равно, настолько мы больше смогли с вами унести. Это уже неплохо. О, дядька, здорово. Какой ты гадкий, а? Я к тебе, значит, поздороваться иду, ты рыгаешь на меня совсем, что ли, не очень? Чему тебя учили в детстве? Ты. На тебе за это в башке. Вот так вот. Еще и ничего нет. Ну, тут жадина. Ладно, так, ну что, побежали тогда в машинке, посмотрим. Корзиночка. Опа-на. Опа-на. Это же, блин, мина еще одна. Вот, блин, конечно, разработчики. А там еще одна мина, слушайте. Жесть. Вот разработчики молодцы. Вот хорошо, что я увидел, да? А то как обычно бы такой бежал бы и... И здравствуйте, короче, было бы. Так, надеюсь, тут нигде мин нет никаких. Что-то мне теперь уже стрёмно бегать. Реально, где-нибудь везде мины. Давайте посмотрим, что в машинках. Что там? Ну, тут, понятное дело, ничего нету. В принципе, мы, конечно, можем обезвредить попытаться, но... Но нет. Но нет. Так, мы там пока с вами оружия никаких не находили. Патронов у нас нет, да, чтобы стрельнуть. Ну ладно, хрен с ней. В принципе. Давайте зайдем аккуратненько. Тут, по идее, уже мин нету. Тут мы с вами проверяли. Вот, да, мы тут обезвредили одну. И вроде бы все. Я вот только тоже не помню, мы с вами лутались, не лутались здесь. Так, здесь, по-моему, вообще ничего нельзя лутать, да? Давайте-ка за... Так, я надеюсь, здесь тоже ни хрена нету. Нет, не лутались. О, спасибо. Подгончик царский практически, можно сказать. Так, спасибо. О, сейф вижу, вижу сейф. Цель найдена, как говорится, да? Сейчас мы глянем, что там в сейфе. Только надо аккуратненько все бегать. А то реально сейчас наткнемся и бабах будет. Конечно, недалеко от дома все дела, но... Вот такую плазбочку мы домой, да, забрать...
Но все равно как-то не хочется помирать, терять хп и так далее. Поэтому, знаете, просто будем аккуратнее. Просто реально будем аккуратнее. Там, кстати говоря, тоже всякие мы с вами штуки находили, но не лутали, по-моему. Если не ошибаюсь. Ладно, сейчас сейф. С сейфом разберемся. И направимся туда. Посмотрим, что там будет такое. Открываем. Так. О, хорошо, неплохо. Еще одна часть брони. Блин, реально сейчас тут очков умений просто вообще не хватает. То есть я бы реально поднял бы себе крафт оружия огнестрельного, поднял бы себе крафт брони, накрафтил бы себе все нормального. Но, блин, нужно все изучать. И на все всего не хватает. Поэтому приходится пока обходиться тем, что есть. Ну ладно, в принципе. В принципе, так тоже нормально. Так, сейфов нет случайно? К сожалению, нет, да? Ну ладно, ладно. Так тоже сойдет. Ну, пивасики тоже набрали неплохо. Так, здесь это все такое. Так, что у нас в бачке? Так. Гайс. Типа парни. Чуваки. Так, сейфа нет случайно? Нет? Очень жаль. Клей. Кстати говоря, клей давно не находили. Смотри, кастрюль-то этих даже в толчке. Нафига в толчке кастрюлю? Объясните мне, пожалуйста. Зеркало какое-то такое, не очень, да? Ну, может, конечно, хотя у меня качество нормально в этом плане стоит. Так, ну ладно. Картины. Картины можно домой повесить. Так, стоп, еще одно зеркало показалось. Два зеркала. Картины можно домой повесить, ну, нахер надо пока, поэтому такое, знаете. Girls? Girls? Окей, как скажете. Girls, так girls. Так. О, кровушка. Витаминка. Витаминка — это хорошо, витаминку можно съесть. Так, что тут разобрать можно? Разобрать банки вот эти разберем. Так, сэндвич нахер нам пока не нужен, я думаю. Так, здесь посмотрели, здесь ничего нет, хорошо, неплохо. Так, ничего, какие-то штуковины и штуковины. Так, это, по-моему, последнее помещение остается, да? Ага, вот кастрюли вижу сразу куча. Так, и раз, давайте кастрюлю подбираем, тут ничего, тут тоже ничего. Мина, вот это мина, блин, это аккуратнее надо быть, опять кастрюля. Так, как бы нам с вами так не подорваться на ней? И при этом еще и вот так вот. Как-то примерно вот так вот. Нам тут еще ничего интересного не оказалось. Прикиньте, вот зазря подорвались бы, да, и было бы вообще печально. Так, все, вроде бы здесь тоже все посмотрели с вами. Можно, в принципе, выбираться отсюда. Что-то погода испортилась, да, как-то не очень на улице стало. Ну что ж, друзья, давайте на этом пока что с вами прервемся. Теперь уже встретимся с вами 100% на кровавую ночь. Она буквально через несколько игровых часов будет начинаться. Сейчас потихоньку она будет наступать, потихоньку все будет краснеть и так далее. Ну и мы с вами непосредственно уже перед ней встретимся, подготовимся, возьмем нужное оружие, запасемся, подхилимся, конечно же, запасемся боеприпасами и будем обороняться. Обороняться, это, напомню, будет третья уже зомби-ночь. Надеюсь, мы с вами ее переживем. Ну, плюс посмотрим, как все-таки расположили подсветку территории нашей. Поэтому на этом пока что у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал. И встретимся, как я уже сказал, в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.